Йошкар-Ола встречает гостей. Столица Мариэл в эти дни принимает один из самых представительных общественных форумов. В четверг в республике начал работу 10-й Всемарийский съезд. В его работе принимают участие более 500 гостей и делегатов из российских регионов с компактным проживанием народа Мари и ближнего зарубежья. Юбилейный 10-й Всемарийский съезд стал одним из этапов по подготовке к празднованию столетия марийской автономии. Раз в 4 года представители народа Мари встречаются на самом массовом общественном форуме. Делегаты из российских регионов и стран ближнего зарубежья начали прибывать в столицу республики уже накануне. Пешая прогулка по обновленной Йошкар-Оле как первая часть культурной программы перед обсуждением важных вопросов съезда. Ольга Николаевна, делегат Всемарийского съезда из Свердловской области. В деревне Арти она заведует местным клубом. В Йошкар-Оле уже не в первый раз, но в каждый свой приезд обязательно приходит на Патриаршую площадь полюбоваться на ход скульптурной композиции «12 апостолов». Не только у меня, вот люди, которые рядом со мной стоят, вот все замолкаем, смотрим на все это, и я смотрю, что у всех наворачиваются слезы. Почему, не знаю, но вот это настолько сделано очень... Я даже не знаю, как найти слова, впечатлительно или вот что-то такое, что вот внутри все переворачивается. Очень все здорово, очень нам нравится. И мы не жалеем, мы готовы каждый год сюда приезжать к вам и каждый раз обязательно приходить смотреть на этот прекрасный город, на вот все это, что здесь происходит. Экскурсия по городу, посещение музеев и театров – такова программа первого дня Всемарийского съезда. Кроме того, сегодня в последний раз в прежнем составе собирался пленум Всемарийского совета «Мэр Канаш». Нынче должны обновить его состав и избрать нового председателя. Все это запланировано на второй день работы. Состоятся заседания секции. Три секции будут работать. И также круглый стол по проблемам места марийского народа в российском государстве и перспективы развития марийского национального движения. Ну а второй день – это день выборов. Мы должны избрать ОНИЖУ, председателя Всемарийского совета, членов Мерканаша, а также ревизионную комиссию. Среди проблем, которые будут обсуждать делегаты юбилейного Всемарийского совета – марийский язык и семейное воспитание, молодежь, культура и информационное пространство, а также перспективы развития марийского национального движения. Вместе будем принимать какие-то решения, вместе будем думать, как сохранять, как развивать марийскую культуру, марийский быт, чтобы в регионах тоже была республика с регионами, связь была хорошая, чтобы могли обмениваться опытом, какими-то нововведениями. Большие ожидания от съезда – это сплочение народов, дружбы и согласие. Первый раз я в Мариэл, впечатление, конечно, очень хорошее, добропорядочность. И гостеприимство. Добавлю, что 10-й Всемарийский съезд в столице республики будет работать до 16 апреля.